Изучал здесь сегодня с утром геометрию, короче, и опять шел по угловатому коридору. Интересно так было. А потом на земле возле этого угла был квадратный труп. Там где-то в В квадратном угле. коридоре, где реактор. В какой части карты был труп? Ты научишься когда-то уже называть нормальные части? Где? Здесь? Или там? Или сям? В углу. А кого убили-то? Кого Кого убили? убили, отомчик? Ну, такого квадратного Все, иди в человека. жопу. Все. Это все геометрия помогла. Вывод. Читайте книги, банан. Не будьте тупыми. Ну, в общем, Лера, как всегда, спалилась около своего угла. Прихожу я такой, а она убивает такого квадратного трупика. Лера, это ты кого-то там кокнула, лохопедина? Может, ты опять меня с Аней перепутал? Кстати, Не-не, Лер. да, подожди, подожди, Отомчик, ты вот тот угол от того угла отличить не можешь. Для тебя Да, все. ты темно-зеленый угол отличаешь от светло-зеленого угла? Ага, отличаешь? Ну, конечно, они же разные. Кто из них Шрек, кто из них Фиона? Она Фиона, она Шрек. Логично. Ну, а он верить Отомчику это себя, наверное, не уважает. Но если Я Отомчик... поверю. Я поверю, ладно. Тогда за Леру. На меня бежит Отомчик, и у него, походу, ну, не знаю, там, солнечный удар, сердечный приступ, вообще понять не имею. И он, короче, прям на свой угол падает и умирает. И я такой начинаю смотреть, рядом есть кто, и там выбегает Тед, и вообще на меня не нужно думать. Да, я стоял на трупе, но это не я. Кстати, хорошая теория, то, что Отомчик бежал, споткнулся, упал, ударился в угол, умер.